средства самых спасения есть у вас с собой, нет? Себя просто, это ваша жизнь, понимаете. У нас вот недавно был случай на Тунгусской, да, вот вы слышали, да. Вышел, опять же, думали, что все нормально, толщина, да, линка откололась, и мужчина оказался. Да, информация. Обязательно своих денег. Есть телефон, попросите. В любом случае, выход на лед. Сейчас вообще, да, вообще зимой запущено. Обязательно смотрите за своими детьми, потому что... Телефоны, правда, я не могу. Будьте осторожны. С 1 ноября по 31 марта на территории области проходит мечник безопасности людей на водных объектах, в ходе которого мы, группа патрульной службы города Биробиджан и в целом центр ГИМС, проводят патрульные мероприятия, практические беседы в учебных учреждениях. Значит, сегодня проходило патрульное мероприятие, где госинспектора группы патрульной службы города Биробиджан проводили практические беседы с рыбаками, вручали памятки, также выявляли несовершеннолетних, которые находились на льду без присмотра взрослых. Значит, данная категория граждан была вся переписана, и обязательно информация будет доведена до руководителя учебного учреждения, где эти дети учатся. И также эта информация будет передана для родителей вот этих несовершеннолетних.